Сегодня утром на улице Полтавский шлях, фактически напротив автовокзала, произошло ДТП. Столкнулись микроавтобус и «Шевроле». В результате столкновения автобус отбросил с дороги, он пробил металлическое заграждение и остановился чуть ли не на трамвайных рельсах. У «Шевроле» очень сильно повреждена передняя часть. Столкновение вышло лобовым. Автомобиль ехал в направлении центра города, микроавтобус в противоположном. В автобусе пострадали трое пассажиров. У одного из пострадавших сломан палец на руке. Как объяснил водитель «Шевроле», причиной, почему его машина оказалась на встречной полосе, было еще одно неустановленное пока транспортное средство. Микроавтобус серого цвета «Мерседес» вырулил из правого ряда, подрезал, то есть выгнал меня на встречную полосу движения. Ну, то есть на встречную я не планировал выезжать, начал вытормаживаться по скользкой дороге, было утром минус 18, сдвинуло на встречную полосу, машину понесло. И тут вот автобус попался. Представители фирмы-перевозчика, которой принадлежит пострадавший микроавтобус, подтвердили новостям АТН, что на записи камеры видеонаблюдения с автовокзала действительно виден мерседесовский микроавтобус «Спринтер», спровоцировавший аварию и скрывшийся с места ДТП. Сейчас его пытаются идентифицировать. Виталий Лапскер, Андрей Домовой, агентство телевидения «Новости».